Мы часто-часто ссоримся с тобой. Я очень поздно прихожу домой. Я фотографию беру, твои глаза с тоской смотрю. Хочу понять, за что тебя люблю. Я фотографию случайно нашел мое видео в Ютубе. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоуп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хочу вернуться к песне «Мы часто ссоримся с тобой». Ну, даже не столько к песне, вот, сколько вообще к работе над аккомпанементом, над игрой песен, как аккомпанировать, что нужно в первую очередь делать. Ну и так далее. Это мой авторский урок, третий. Вот здесь мы с вами поработаем непосредственно над игрой. Вот, над игрой аккомпанемента для песен. Вот. Когда мы уже поняли, какие аккорды у нас идут, вот, мы сначала, естественно, их тренируем. Вот что касается этой песни, у нас куплет. Здесь идет аккорд ЕМ, Д, ЕМ. Потом опять ЕМ. Е, Е, Е. И потом Е. Пускай будет не Е7, а просто Е. Вот. Что мы делаем? Сначала мы берем вот этих два аккорда. Вот третий у нас появится потом. Играем их просто вниз. Наша задача в ритмах переставлять. Е, 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 Е. Мы играем вниз, но делаем это ритмично. Раз, 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 два. Раз, 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 раз. В следующий раз это уже будет Е ми мажор. Еще звук медленно. Е, 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 Е. Ваша левая рука в этом случае должна успевать переставлять пальцы на нужные струны, на нужные лады. Правый играет все время вниз. Еще разок попробуем. Мы часто-часто ссоримся с тобой. Я слишком поздно прихожу домой. Дальше продолжать вот таким вот образом. То есть переставляя аккорды, пробовать петь. Черзок. Мы часто-часто ссоримся с тобой. Я очень поздно прихожу домой. Идем дальше припев. А я фотографии беру, Д. В твои глаза с тоской смотрю, Е-М. А я хочу понять, за что ж всем тебя люблю. Е. Е-М, точнее. Потом Е. А, Е. 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 А, Е. Аж Е. Е. То же самое. Припев. Я фотографию беру, твои глаза с тоской смотрю.
есть мы соединили песню и соединили аккорды. Вот ритма, конечно, у нас сейчас нет. Но само соединение старайтесь сделать в ритме. Вот. Теперь нам нужно сыграть бой ритмический. Бой у нас состоит из двух частей. Сначала мы запоминаем, тренируем его на приглушенных струнах. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот. Поскольку вот этот кусок, первая половина ритма, первая половина боя, она в некоторых местах играется несколько раз подряд одна и та же. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Получается. В твоих глазах. То есть вы запомнили сам ритм, потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Первая половина боя. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, я вам сейчас поиграю, чтобы вы немножечко потренировались и запомнили сначала без аккордов. Это два куска и первый раз. Здесь очень важный, значит, когда мы поем, мы часто, то есть одновременно акцент и ударение на слово часто у нас идет с ударом вниз. Мы часто, пауза. Часто. И вот на следующий вниз мы поем опять часто. Мы часто. Дальше. Сначала здесь мы ударяем вниз. Вот. А вот я фотографию разберу. Еще разок это место. Я фотографию беру. Твои глаза с тоской смотрю. Еще разок медленно. То есть получается, что мы сначала ударяем, когда уже допеваем вот эту вот часть куплета, а потом поем. Раз, я фотографию разберу. Раз твои глаза с тоской смотрю, я фотографию беру. Твои глаза с тоской смотрю, хочу понять, за что тебя люблю. Я фотографию беру, твои глаза с тоской смотрю, хочу понять, за что тебя. Сам перебор, я думаю, не вызовет у вас затруднения. Мы часто ссоримся с тобой. Я фотографирую тоже. Сначала бас, а потом поем. Вот такой вот моментик. Ну, конечно, сначала, прежде чем, то есть вы сначала соединяете аккорды с песней, а потом соединяете ритм с песней, вот на приглушенных струнах. И только после этого пробуйте соединять эти три линии. То
есть аккорды, бой и голос. Делать это надо кусочками. Ну, там взяли, например, половину строчки или всю строчку и попробовали спеть. Такой вот момент. Еще разок покажу вам вот этот момент, когда мы их сначала играем. Правую руку нужно довести до автоматизма и стараться соединить именно текст вот с этим ритмом. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.